Друзья, вы на канале Есть Поесть, и сегодня мой рецепт для любителей выпечки из песочного теста. К тому же у пирога интересная начинка. Обычное варенье в сочетании с нежнейшим йогуртовым суфле дают впечатляющий результат. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под видео. В чашу измельчителя кладу муку, добавляю сахар, соль, ванильный сахар, разрыхлитель, холодное сливочное масло, порезанное кусочками, можно взять часть хорошего маргарина. Измельчаю, добавляю 2 желтка и еще раз размешиваю. Примерно 2/3 части теста выкладываю в форму диаметром 20 см. На дно положила пергамент. Оставшуюся часть крошки пока уберу в холодильник. Прижимая тесто, распределяю его по дну и делаю невысокие бортики. Далее часто накалываю вилкой и убираю заготовку в холодильник. Тем временем взбиваю оставшиеся белки в легкую пену. И, не прекращая взбивать, добавляю в 2 этапа сахар. После этого добавляю крахмал и взбиваю еще раз уже до такого крутого состояния. Затем аккуратно в несколько этапов кладу йогурт. Можно взять классический, можно с любым наполнителем, у меня сегодня персиковый. И каждый раз перемешиваю с белками обычным венчиком. На дно заготовки тонким слоем выкладываю варенье или джем. Я беру алычевое, оно с небольшой кислинкой, но при желании можно подобрать варенье под вкус йогурта. Выливаю на варенье белково-йогуртовую массу, разравниваю, посыпаю оставшейся крошкой. Немного поправляю бока и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-45, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовый пирог поднимается шапкой, которая потом немного опадет. И пока остается нестабильным, трясется сверху. Поэтому ему нужно дать полностью остыть, чтобы он лучше резался и держал форму. Сверху я посыпаю сахарной пудрой. Пирог замечательный. Рассыпчатое песочное тесто, нежнейшее йогуртовое суфле, мягкое как облачко, и небольшую кислинку придает варенье. Если любите слой теста потолще, выбирайте форму меньшего диаметра. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, чтобы не потерять, и написать комментарий. Подписывайтесь на канал Есть Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.